Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео первые часы после листинга криптовалюты ИСП. Ее залистили 2 часа назад в 4 часа ночи, и цена в первую минуту прыгнула в 10 раз, даже больше. И, соответственно, минимум был 249, а максимум 2831. И потом вся волатильность вообще мало показана, потому что большой скачок был в первую минуту. Как мы видим, еще максимумы были 510, потом он упал до 336, потом 543, и сейчас немножко проседает. Вот, по объему торгов мы видим, что, конечно же, сейчас объемы снижаются. Но вот последние там 20 минут они подросли. Вот рыночные сделки у нас идут, опять же, довольно часто. И за все это время объем торгов был 240 миллионов. Хотя, как вы помните, вчерашний листинг, объем торгов буквально в первую минуту достиг таких чисел, то тут большой объем, не очень большой объем торгов, но цена прыгнула значительно. В 10 раз в первую минуту. Это вообще прикольно. Так, сейчас мы еще посмотрим, какие же стоят у нас ставки. Значит, 300 самое минимальное. И максимально показывает 610-620. То есть ниже 300 не показывает. Вот. Сейчас 472. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, эта информация будет полезной. И желаю вам удачной торговли. Всем пока-пока.